Наведывание акционерного товариства сейсмотехника в программу визиту делегации итальянской Пармы включено не выпадково. Это предприятие – один резидент свободной экономической зоны Гомель-Ратон, который представляет итальянский бизнес. Сотрудничество с Беларусью тут началось в 2011-м, и сейчас никаких зауваг партнеры не огучивают. Хоть и признаются, на первопочатковом этапе с некоторыми проблемами сутыкнуться пришлось. Серед основных стримливающих факторов – значное отрознение у законодавствах. Опроша того бизнесменам, которые имеют желание открыть у нас свою справу, необходимо улишивать такие нюансы, как розница менталитетов и мовные проблемы. Разом с тем, при реальном желании супрасовничать, эти тяжкости можно худко переодолеть. Трудности были в основном в начале. Естественно, это трудность барьера языкового, а также трудности по именно приспособлению к условиям белорусским ведения бизнеса. Супрасовничество Гомельской области с Италией началось с гуманитарной сферы и оздоровления детей из потерпелых регионов. Сегодня баки рыхтуют пропановы по налаживанию экономичных сувязей. У приватности подчас гэтага визиту агучваецца проект по выкарыстанню на территории Гомельской области альтернативных крыніц энергии. Причем размова идзе об прямых замежных инвестициях больш як у 100 миллионов евро. Активизация узаемовыгодных сувязей стала особливо магчымой после летошнего наведывания провинции Парма официальной делегации Гомельшины и подписания двухбаковых погаднення об гандлёва-экономичном, науково-технічным и гуманитарном супрацоўніцтве. Тады разом с кіраўніцтвам в области удзел у сустрэчах прымалі и прадстаўнікі деловых кол региона. Сегодня можно сказать об том, что этот документ набывает практичные рысы. Сегодня начался очень активный диалог именно по теме сотрудничества взаимовыгодного. Считаю, что есть возможности хорошего сотрудничества. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».